Всем привет! Итак, впереди Новый год и новые выпуски «Что почему», а позади голосование за лучшего менеджера 5-го сезона, которое в этот раз было особо бескомпромиссным. Именно поэтому у меня в руках статуэтка, и мы находимся возле официального салона «Брабус». Привет! Привет! В этом сезоне голосовала вся Федерация бодибилдинга Украины. Победил спорт и знание технических характеристик двигателя. Торжественно вручаю. Привет. Получить этот приз автожурналистской киноакадемии. Слушай, ну ты знаешь, за тебя проголосовало в процентах больше всего народу за всю историю «Что почему». 42,5%, да, на сегодняшний день. До сих пор голосуют. Да, ну и говорят, там желают тебе там набрать еще пару килограммов лишних. Я, видишь, даже куртку не снимаю, чтобы не смотреться дрыщом рядом с тобой. Скажи, что ты, пару машинок продал? Да, несколько машин мы продали, приходили люди, видевшие инфокар, смотревшие обзоры. С тобой фоткаться? Нет, пока до такого не доходило. Стесняются немножко, наверное. Но хоть подписчиков в Инстаграме больше стало? Немножко больше стало, да. Понятно. Андрей, спасибо. На самом деле ты нас тоже удивил приятно. И спасибо, что держишь, как это сказать, уровень профессии в нашей сфере. Спасибо. А подарок? А, да, подарок. Слушай, чтобы ты все время контролировал свой пульс и хорошее настроение, мы тебе дарим китайский no-name браслет. Спасибо. Спасибо большое, ребят. И из себя кофе. Ну и шампанское, торт, но тоже потом. И скидка на автомобиль, бесплатная мойка и все. Все непременнейшие.